Ну, чуть-чуть сюда, чтобы этого сада было видно. Сада было видно. Все, погнали, да. Я продолжаю делать грязь, ошиваясь в подъездах. Я сумасшедший, в мой мир лучше не лезьте. Рэп будто кесарево лезвием вскроет твои погоны, сука, тут нихуя не стоит. Я не намерен опускать руки, слышишь? В меня верят люди и хотят слышать. Пускай их немного, но я рад честно с этих лестниц дарить свой рэп местным. С самого утра DVD, компы, плеера ставь на максимум, чтобы качало города. Передавай это дерьмо, будто эстафету из подземелья куплю. Это прямиком к свету. Хлебни этого зелья, вкуси дерьма с района. Перед тобой те, кто не боится микрофона. Муза в правом кармане, другая любит дома. И я люблю ее безумно, как люблю хип-хоп. Как люблю хип-хоп. А хип-хоп мы любим все. Я делаю русский рэп, а не рэп на русском. Мое искусство для меня не просто мягкий сгусток. Приводит в чувство порция свежего речитатива. Мое дело укрепляет дух и тело вправо-влево. От вашего прицела уходить умело мне не надоело. В рэпе я не знаю веры, он в моих генах. И я отнюдь не одинок, моя монополия закладывает смысл между строк. Это хип-хоп, что рождается на улице. Туда же и пацаны, что в этой теме со мной крутятся. Мутятся совместные треки, мы здесь коллеги. Делимся опытом под звуки из единой деки. Одной большой волной в русле одной реки врываемся в твой дом и рвем твои динамики. Чтоб уровень повысить, надо обоюдно мыслить, уважать других, не лажать и так идти по жизни. Так идти по жизни. Яу. Монополь — это ваша боль. Килограмм сыпет соль на эти гниющие раны. Монополь — это ваша боль. Килограмм ставит драком все ваши поющие кланы. Все ваши поющие кланы. Иди сразу представь, давай. Уважение надо зарабатывать. Не злоупотреблять доверием. Палку не перегибать. Я помню, через бег помог мне встать. Заставил сесть и написать, статьи записать. Про тех, кто в теле, про тех, кто делит идеи. Про тех, кто не дремлет, пока кто-то напрасно потеет. Неважно, сколько времени мне надо, чтоб понять людей. Много лет или пару недель. Жизнь такая карусель. Запомнила пух, старый друг, лучше новых двух. Одна звезда дороже сотни бесполезных круг. Эти мысли будут все чаще врезаться в слух. Пока есть те, благодаря кому-то крепнет дух. Все по разным берегам и все такие разные. Тем, у кого в саже душа, респект своеобразный. И те, кто рядом со мной делит повседневный фронт. Делайте все по чести и добро придет в ваш дом. Это послание для тех, кто настоящий. Кто эмоции и мысли не прячет в толстый ящик. Еще ли последние две строчки все время забывают. Че это за хуйня? А помнишь тот?